17 октября исполнится ровно год, как Никита Васильев, больше известный как чувашский путешественник, выехал из дома. За это время на своем велосипеде он проехал несколько стран СНГ и теперь добрался до Китая. Сейчас за ним следят уже не только российские, но и некоторые иностранные СМИ. Мы тоже регулярно держим с ним связь. С некоторых пор Никита снимает свои приключения на видео. И вот последние новости от него. Добрый день. Сейчас я нахожусь в китайской провинции Цзилинь, в первой китайской провинции для меня. Проехал от российской границы буквально 500 километров, вот подъезжая к городу Чангчуну. Вот. Сейчас я ухожу на зимовку в Юго-Восточную Азию, буду продвигаться на юг через Пекин, Шанхай, во Вьетнам, Лаос, Таиланд и дальше вниз, и постараюсь доехать до экватора. Вот, и поверну уже, скорее всего, назад, уже домой. Вот, и дома я буду к зиме следующего года, дай бог, все будет хорошо. Вот, это такие планы примерные. А по дому я не скучаю, потому что мой дом, он всегда со мной. Чувашия всегда со мной, рядом, в моем сердце, в моей голове. Да и уже опыт дальних дорог, все-таки привык я. Смирился с этим, что я все время далеко от дома. Но ничего, у меня еще будет много времени в Чувашии. Трудиться во благо Чувашии. Поэтому я понимаю, что нужно наслаждаться моментом такой свободы, можно сказать, дорожной.